Сейчас. Я только забыл, что начинаем. Таймер сейчас запустить начинаем. А. Начнешь ты с этого, с балансборда его загреваешь. Поймать не обязательно. Просто главное, чуть-чуть все подвинулось, чуть-чуть под это. Реактивного мяча, а не балансборда. А, то есть да, с этого ряд болт. И самое главное, я так понял, что мы очень много разговариваем. Столько времени мы там разговариваем. Ну, психическое время. Знаешь, основную работу не забываем. Есть такое, да. Гораздо меньше болтали, когда я следил с тобой. Так, не спорь. Что я хотел сказать, что когда лучше нет ничего, когда тренер стоит, кто-то говорит. Ну да, ну понимаешь, когда я вместе с тобой тренируюсь, конечно, совершенно другое ощущение. Не самому тяжело, самому не хочется ничего делать. Хорошо. Легко и свободно. Да, о, хорошо, видишь, умничка. Че там, Настюха? Ну, она говорит. Что, правильно писал все, Настя, да? Да. Вот, видишь. Письма пишешь тебе помни? Ну, да. Правильно. И в губу. Опа. Ну, вот, понимаю. Ой. Я его поймал. Почти баскетболист. Еще волейболист. Смену стойки. У меня была стойка. Ну сейчас, допустим, прямиха. Ну ладно, просто двигайся. Давай, право впереди. Да. Вниз садитесь, пока не надо. Потом уже сесть. Неохота, да? Ну ладно тогда. Давай. Вот так вот. Постепенно будем. У меня что-то ахилл болит, не пойму, что начинает тянуться, ахилл болит. Ну, перегруз какая-то. Может быть, потому что хотя нет, ты же не занимался. Нет, не сейчас, не здесь. Вот я не тренировался, делать просто. Сижу, допустим, на звенку судачи. И, блин, ахилл болит вот в этот момент. Левый. Ну, воспаление, сухожилия, связки нет, я что-то потянул где-то. Не мог выдержать нагрузок. 3 недели отдыхал, 2. Тонус потерял. Самое главное, болел. До этого не болел, когда начал отдыхать. После болезни своя. Ой, после отдыха. Я знаю, у меня был период такой, что чуть ли не года полутора я постоянно чувствовал оба ахилла. Так почему не чувствовал, а когда давлюсь, чувствую, что при пальпации он это, у меня другая стойка. Ага. Была такая хрень. Объяснить не могу. И совершенно недавно, и долго очень даже было, потом совершенно раз, смотрю, что-то перестал болеть. Ну, вообще да, есть такой даже. Ну, правда, коллаген много пью. Для связок? Да, для связок хорош. Коллаген он дорогой, да, по-моему? Ну, что-то такое, да, заметно. Ну, не особо дорогой, но как бы это. Да, он не хочет переварить. Какой? Блин, время по норам по каким-то. Умничка. Что делаем? Сейчас будет скакалки, не забываем, низко сидим. Отдыхаем. Отдыхаем. Кретин можешь выпить там, если нужно. Нет, пока не хочу ничего пить. Скакалка, главное, колени до конца не управлять. Все время низко сидеть, это, стойки. Тоже задача всю штуковку нам низкая посадка. И свободное движение очень низкой посадки. Вспомнить бы. Офигенные прыжки, лучше побольше отдохнешь между ними. Вот, да, вот так. Тут тогда скакалку надо другую брать. Ну, могу свою дать. Потому что по размеру тогда это не подходит. А, да, я тебе больше скачу нужно. Вот, в одну птичку покачаешь. И на это хочешь, не хочешь, будешь сидеть низко. Вот. Тебе даже ниже, чем у меня получается, потому что здесь у меня все жестко поменьше. Меня она не так сильно принижает.
сбиться, отдохнуть это нормально. Всю тренировку так вот отдыхать сейчас. Ну, зато не ж сидеть. Болезненные ощущения какие-то в коленках. Ну, им не очень нравится быть постоянно вот в этом положении, до конца не разгибаются, не справляются. Ноги закисляются. Они закисляются еще. Ну, а сзади вот эта стала динамической качки по силуэну получается. Нагрузка. Мышцы не ослабляются постоянно. Нормально отдохнуть, чтобы вот немножко крови вот мышцы. Я только и отдыхаю тут. Ну, упражнение не нагрузочное, это так. Грубо говоря, вот почти разогревочное. Хорошо, скрестно. Угу. Ты что-то не делаешь? Делаю. Ну, я обычно прямо скрестно так делаю. Ну да, постоянно получится. Меняй руки при этом еще. И делай гротаж, как ты, по три прыжка практически. Теперь я не помещаюсь в них. Нормально поместишь, просто ниже сидеть надо. Мне кажется, я не помещаю. Ну, будешь биваться почаще. Не помещай, просто поешь сидеть. Не быстро, просто пониже сесть. На записи видишь, что ноги на самом деле согнуты совсем чуть-чуть. Вот, сейчас. Отдыхаешь. Сейчас будет в обратную сторону и потом двойные. Я назад не так отправить, скорее всего. Ну и будешь больше отдыхать, хорошо. Я буду просто отдыхать. Я, конечно, понимаю, что приятно, когда упражнение хорошо выходит, но нафига делать то, что получается хорошо. Ну, ты понимаешь, середина должна быть наполовину. Не может быть такого, что вообще не получается. У тебя получается нормально достаточно. Не знаю. Вообще не ощущаешь, что получается. Нормально, да. Достаточно, скажем. Не, ну согласен, что, конечно, упражнение должно доставить удовольствие. Но не, как у тебя будет куча журналистов, как будет смотреть, снимать, пускай там, ну, показать, как тебе удобно. Да, херня как будет делать, когда их просят. Ну правильно, то, что легче всего. Ну не то, чтобы легче, вообще какой-то ерунда. Да нет, на скакалках прыгать там. Скакалка, да, вот интересно. Журналист писать. Да, типа бокс это прыжок на скакалке, да. Это я продолжусь. Так, я что делаю сейчас? Скрещено обратно хочешь. Вот, это, не, обычно прямой, потом скрещенный, потому что так тяжело. Ну видишь, ты можешь. Как это? Вот, я просто сразу руки так я могу поставить. И раз. Два. Получается еще раз. Я могу сказать, что я был разу чего-то. Тут именно специально делать такие упражнения, чтобы побольше отдыхать пришлось. Потому что колени в высоком состоянии очень тяжело на самом деле. Не, понимаешь, я. Ты отдыхаешь, ноги управляешь. У меня сейчас вообще координации больше. Как руки вести правильно. Ну, подпрыгивай, да. Подпрыгивай. Я понимаю, да. За это время колени как раз отдохнут. Раз. Меняет. И в одну сторону, в другую сторону. Почему? Мы сейчас назад. Не, назад, в смысле, его так скрестить, одна рука сверху, другая сверху. Угу. О, умничка какая. Че? Двойные прыжки. Вперед прыгали, лучше. Зано отдохнул хорошо. Мне это нужно, чтобы бить подряд сюда отпрыгнул. Конечно, особенно не очень физиологично так сидеть. Двойные.
Не, просто посильнее подпрыгиваешь, быстро подкручиваешь. Ничего, я потом думаю, вообще себя, у тебя кабель какой-нибудь тяжелее такой-то. Значит, там тяжелый провод вместо этой трубки. Почему? Тяжелее будет. Ну, трубка круто стирается, рвется постоянно. Пробовать пульт невозможно. В обратную сторону то же самое. Двойные? Да, двойные. Прыгнул, потом двойные. Побольше подпрыгнул, вперед прокрутил. О, ага. А кто-нибудь их херню заменяет, кроме меня? Так вот, внутри. Все. Настя делает. Илюха делает, Ваня делает. Не, Илюха не делает, а Илюха не занимается. Он только... Ну хотя бы делал когда-нибудь? Нет. Ну я делал. Нет, ты понятно. Да то, что не делал сам, других не вставляет. Это я знаю, я имею в виду Илюху, вот Ваня. Не делай. Не-не-не, ну куда там. Просто посмотри, как они это делают. Я не думаю, что они будут делать лучше, чем ты. Знаешь, на прямых ногах прыгать одно дело, на сумму это совершенно другая вещь. Поэтому, естественно, сейчас первый мячик с теннисной будет, уже в стойках будет двигаться. Ага. Добил. А потом рягбол будет. Угу. Я уже устал. Потому что все время согнуты ноги, да. Нет, не в ноге. Как-то мозги напрягаются, координационные, не могу собрать. За это какой-то вот. Ну да, потому что мышцы совершенно по-другому работают. То есть там, где должно быть расслабление, у тебя вроде остается напряжение, у тебя дисбаланс в мозгу, в мозге происходит. Ноги нет, потому что я не приседал много. Ноги не болят. Стойки или как? В стоечках будешь сейчас задвигаться свободно. Впереди левая. Бедро, то есть берцовая кость параллельно земле, пониже, 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 еще ниже, вот, да, еще ниже. Двигайся свободно. Ниже, 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 тяни заднее колено ближе к пяточке. Вот, да, да, вот, да, да, тяни к пяточке. Двигайся, вокруг обманывай. Вот как если ты напрямую двигаешься, надо так же двигаться вот в этой дурацкой стойке. Сам придумал. Ну, видите, тебе нужно легко и свободно двигаться. При этом для старта нужно на низкой стойке, значит, ты должен очень комфортно быть в этом положении. То есть ты должен в нее опуститься легко и из нее выйти легко. А ниже. Опуститься. Раз, два, два. Момент расслабления и напряжения. Да, что там нужен запас прочности, мягко говоря, должен быть приличный, чтобы позволить его расслабление в этой позиции. Колено заднее, пяточки тебе передние, вот, да. Хорошо. Пока еще как деревянный ходишь. Нет свободы легкости. Руки от носа вообще-то идеально. Впереди правая. Руки от носа желательно. Ну да, да, да. Ну имитируешь стоечку как бы. Ниже, ниже, ниже. Колено в пяточке. Пониже, 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 фронтально стал. Прямые ноги. Заднее колено в пяточке. Фронтально стоишь. Ниже сядь ровно. Ну чуть-чуть, пожалуйста. Не могу. Представь, что у тебя коротенькие ножки. И представь, что тебе страшно высоко стоять так. Быть таким высоким. Да, в зал наклонился, обманывает. Фронтально. В кибодачи прыгаешь или там какой-то. Ну, в мабу. Я не знаю, что это такое. Мабу это то же самое в ушу, не совсем ушу там садится. Ну, то же самое, похоже. Ниже, ниже. Стойка встать. У вас она на ханче дача, по-моему, называется, да? Шикодача это широкая. Шикодача это широкая, вот это, да. А, это она есть, мабу. Ниже, ну опять стоишь. Легко и свободно.
Да, за время вот этого отдыха немножко эластичность мышечная потерялась. Логично. Было бы странно, если не потерялась. Ручки от носа. Нос это там, где свистит ветер на ходьбе. Сейчас тоже сам ряд был. Нормально, коллеги, нормально? Сбивается. Я стараюсь все время в каждом раунде вот, тянуть, растягивать колени. Ну, коленей, кстати, нет, у меня верхняя поверхность бедра. И у меня это реально, что вот именно сами такое ощущение, что колени прям настолько мясо забивается, что я до конца согнуть не могу. У меня тут проблем пока нет. Будем надеяться, что это не пока, вообще их не будет. А, я спросил про каталку свою, раскучку про вашу каратэ. Какую каталку? По каталку, каратэ, почему в каталку не берут. А, ну. Он сказал, что все, за 12,5 тысяч, а в течение Яндекс, в течение, типа, 3 дней пойдет и включит вас каталку. А вообще, поэтому они не заинтересованы получать каталку, все путями пытаются избежать этого. Что 12 тысяч? 12 тысяч стоит эта услуга, и вас через 2 дня да, да, мы готовы платить. Это, даже приедем? Конечно. Мы готовы соблюсти условия там по оплате. Ага. Тут останусь что-нибудь. А что он говорит, я просто заинтересован получить деньги, поэтому нет, не буду бесплатно делать. На тот момент вообще это было 8. Мы хотели, что это будет за 2-3. Первые разы 8 было. Сейчас, может, поражало. Он говорит, тоже не устал с этим скотаком. Он говорит, я нас вообще зажравшийся, как говорит компания. А я что им делаю? Ломлю или бью его? Ну смотри, я хотел бы, чтобы бил. Но вот бить его проблема. Пока да. Если получается так посадить ему, то есть это повезти, да, ну неплохо. Но с другой стороны, он... Просто когда ставишь, там есть ощущение, что да, ты все же меняешь, зависит от него направление своего движения. Нам же в первую очередь требуется, чтобы ты мог не просто двигаться, а менять направление. Переправо, да. Значит, просто, что ты легко, свободно. Какую сторону мячик скакнул, ту сторону ты пошел. Я иду туда, видишь? Я понял, да. Встаю, да. Иду. Встаешь, идешь, да, хорошо. Профессионал? Ну. Судьбой. Серега верит в карму. Бог не верит, а в карму верит. Нет, я верю в розовый мячик, который скачет непредсказуемо. Я просто, может, тут скачет так, просто у него душа, а тут ты знаешь. И она мечется, да? Да, она мечется, то есть. Он даже ногу мою оббежал. Его тянет ко мне. Знаешь, кто хозяин? Все, ладно, отдыхай. Отдыхай, давай варежки. Первая часть тренировки. Давить не закончено. Так. Одну вилку. Кстати, вот все нормально это. Да, есть смысл эти варежки одевать, потому что это... Крась. Да, а они красятся, и не только ты носишь их варежки. И теперь наска одевают. Ну, тем более. Ну да.
Забыл, что ли, да? Да я что-то не подумал, что они сегодня уже. Я их постараюсь. Положу. Запущу, да. Эти две части тренировки вполне можно чуть больше отдых делать. У меня вообще даже надо ощущение, что ночью надо поймать хороший тайминг по времени, что когда тренировку разбираешь, даешь перерыв в середине, если грант второй перерыв, то гораздо эффективнее тренировка, чем тебе спадать без отдыха. То есть даже если она в одном ключе, все равно неплохой в середине дать этот. Ну, теоретически понятно, конечно, что просто, грубо говоря, отмаскируешь, приходит в себя, ты начинаешь контролировать больше. Но с другой стороны, можно перетянуть и разогрев потерять. Надо цели правильно поставить. Задачи. Задачи, даже как правильно ставишь, все равно не всегда получается их выполнить. А когда вот так вот, ну, грубо говоря, из двух частей, то есть всегда возможность шансы компенсировать одну другим. Ну, как Пит Воркаут делает это. ОФП сбывает с тренировкой. Не пошло это. Тренировку он ОФП добьет. Тренировка хорошо, но ОФП сделаешь, черт знает как там. Не пошло ни то, ни то, а? Будет еще одна тренировка, какая разница, сам знаешь. Вон у тебя нагрузки какие были, на самом деле. Просто, то есть, по конце концов, так вот совсем ехал в тренировке, а так, в принципе, ну... Заставить себя заниматься не так уж просто. Но и нагрузки не связаны с работой. То есть не связаны с тренировкой. Значит, сейчас, да, смысл какой? Одиночный вход, защита с смещением, контратака. Я для себя стать засек, вот стал считать немножко по-другому, я стал считать так раз, два, три. То есть раз, два, три. Потому что у меня лишь возникает, что после смещения я не сразу контратакую, а пауза возникает. Это плохо? Ну, мне кажется, плохо. Запускай, да? Да? Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Защита с уклоном, с наклоном там. Извольте скрываться сейчас. Раз, два, три. Хорошо, ручку поднимаем. Это было неплохо. Можешь воздух, движение, тоже помощь тебе. Ну, можно воздух, да, но у тебя было много воздуха. Раз, два, три. Прямолинейно зашел. Ну, ушел ты, Миша. Раз, два, три. Хорошо. Нашли задние руки ради интереса. Раз, два, три. Ну, а в другую сторону попробовать уйти. Нырок. После задней. Раз, два, три. Раз, минус стоечки. Раз, два, три. Хорошо, вы пойдете. Рука как бы напряжена. Чуть дальше, чуть-чуть. Вот они. Раз, два, три. Я по-боксерски делаю. Ну... Ладно, немножко перейти. Хотя. Раз, два, три. А у тебя же перед соревнованием-то? А, да. Вообще, да. Март там какой-то, уже март. Ну, да, вы же хотели. Ну, мы считаем, что мы проходные такие, мы на них не готовимся. Раз, два, три. Да, ну, может, фронтами, может, у меня спинка там. Просто решил раздавить. Много, немало. Раз, два, три. Я сразу ударил. Ну я тоже выходит, защищаюсь одновременно с ударом. Не совсем то, что нужно, но и честно.
Одиночим тяжело, блядь, оттуда зайти. Раз, два, три. Одиночная нога, смещение, одиночная нога. Сейчас только ноги получится. Да. Только ноги. Попадать не обязательно, можно просто показывать упор. Это не более, чем этот, как он называет. Он сам. Ну, в общем, я бой с тени, грубо говоря, у меня этот, надувная снаряд, пневматика, она просто обозначает приблизительное направление. Поэтому мимо бить поощряется, потому что можно даже и случайно только спасть, сэкономить там чуть-чуть. Ну, на одиночку, в принципе, может падать, конечно. Только когда серия начинается, там уже просто. Одиночку попадаю, не переживайся. Да-да-да, не, ну просто. Да можно и не попадать. Нам главное, чтобы легко и свободно плясать вокруг. Хорошо. Иди левый, да. Раз, два, на месте остался. Раз, два, хорошо сместился. Раз, два, нормальное смещение. Вот, хорошо. Это уже было? Игорь Малыш. Я просто подсели. Ушира было, я так не ударил. Ну что-то приуширенный урмалаш такая. Вот такая, да. Вот так у меня ребенок рубанул другого. Оп, хорошо. Вот это ушира такая полуёбчная. Хорошо. И вот он ногу снял, потому что пора горе и мог попасть в этот пробил. Тут такой, оп. Вот дракона. Ну тут здесь это, не дала возможности дорожка. Ну да, ну там дальше. Чуть ногу не ломал, падал так вот, зацеплялся. И сиди висит как пойма, пойманный в кабака. Ну да. Фух, как это? Ну, это с другой точки, да. Раз, раз. Уйти. На месте остался. Хотел уйти, не получилось. Будем считать, что сделал. Ну, если бы рука можно было, нормально получилось. На месте остался. Лёха не был некуда. Раз. Хорошо. Тебе не попало? Нет, это нормально. В таком темпе может вполне тоже. Не обязательно все в быстром темпе делать. Мы набираем общую комбинаторику. Комбинация. Ну, да, комбинация. Сейчас, да. Чисто коллекционную привычку такую. Поэтому можно делать обязательно быстро, обязательно подать. Главное разнообразно, чтобы в нужный момент ты сам не знал, что выстрелишь и попал. Лагами хорошо. Я так думаю. Нормально. Слушай, там впереди у тебя 12 раундов, еще, правда, уже 10. Поэтому сказать, как хорошо, а как плохо, невозможно практически. Начать должно быть хорошо все-таки. Было бы плохо, если вначале было бы плохо. Ну, теоретически вроде да, с другой стороны, это... Слишком отличаются действия все движения. Говорили о том, что хотя бы до середины должен держать скорость, а потом все. Ну да, потом уже это, когда будет такая, договорюсь, точно согласен. Это ты прав. Попробуй просто это. Раунд до шестого? С
чуть повысить. Фига ты какой тут. Ну, пытаюсь что-то завести, сейчас посмотрим. Физик, теоретик. Готово? Готово. Двойные руки, сосед с смещением. Защита смещения, двойные руки. Да, в течение серии надо смещаться. Постоянно углы атаки меняются. Бокс какой-то, мне не нравится. 100%. Ну, потому что руки дистанции не очень хорошие, и тебе проще ударить по различным углам руками. Да. Ты мешаешь, ты набираешь темп туда и пойти в сторону тебе сложно. А ты сразу первому и сразу меняй. Раз, и уже второй меняй направление. Раз, ну, в эту сторону может тебе неудобно пройти. Я вообще с тобой уже если прошел, вот, то второй продолжу туда же. Угу, приди, приди право. Настя, включи музыку. Только не очень громко, да. В принципе, все. Так, хорошо. Ну ладно, тогда темп сейчас пониже сделаем, чтобы темп давал. Ритм. Пониже попробуй сесть. Я уже низко просаживаюсь. У тебя длинная стойка, попробуй короче, да-да-да, вот отсюда. Все, забьют меня. О, хорошо. Я не знаю, что хорошо. Ты стал делать так же плохо, как я. Я думаю, что хорошо. Да-да-да. А, тут один, по-моему. Сейчас это... Смещение будет, да? Смещение. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Смещение за раз, два? Нет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть-чуть убавь. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Включения не было. Как я включение? Ну, как не это? А, ну да, вот так. Понаклонялся. Нет защиты, нет, это четко пробил, защитился, пробил. И все за время свечения. Постоянно направляю, углы направляю, так направляю. Ну иди пока все в одну сторону, не меняй направление. Раз, два, три, видишь, защиты нету. Как? Ну, просто ты вот это удар что тыкаешь и все. Продолжаешь одну длинную серию с 5 ударов. Защита движения. Сейчас то же самое с ногами. Серия из двух ударов, не меньше одного из них нога. Все со смещением, все удары с каждой разные позиции все время. Защита со смещением, серия из двух ударов. Кстати, да, страховал, что сейчас ударил, он лично все равно не смог пробить все время. Раньше я вешал планку вот такую, как наверху здесь. И цеплял между ними. Ну вот. Тут видишь, похож, похож. Еще одну. Раз, два, сместился. Два, два и два. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Первые два были. А, там же это. Не обязательно все ударить ногами. Ногами, да. Просто ноги должны присутствовать в каждой серии. Да, да, поэтому раз нога, тут глупости может получать. Сейчас чувствую. Можно для разминки еще побить ногами, а потом уже начинать руками. Раз, два, тысяча, раз, два. Че, нормально, направление меняешь, нога сейчас гораздо лучше. Потому что скорость совсем другая, ты же видишь.
На дистанции с другой стороны длиннее. Да. Раз, два, нормально, пойдет. Место было. Хорошо, ну где-то последние 21 позиции были. Хоть скачком надо было извините. Раз, два, пойдет победа на красного. Противник поражен, умрет уже. Просто их не будет. Да. Приплясами. Я ожидал. Соперник. А я его понял. Ну да, сделал торнадо. Да. Этот фит за воротом удар рукой, я удивил. Пронзнул там с другой точки. Раз, два, три, четыре, пять. Легче надо, легче ногать. Как ты раньше ударить, начинаешь замедляться. Здесь. Да я справа пытаюсь, пускал в юных где-то. Попасть. Раз, два, три, четыре. Все со смещением. Постоянно меняешь направление. Защита со смещением. Три удара руками. Ноги не мешаем, не скачемся. Каждый шаг это удар. Без шага удара не бывает. Ну и на месте не бьем. То есть под каждую руку движется нога. Меняй направление. Скакать, больше сходить. Корябу. Первое точно попросил, не скакал. А потом скачал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уходи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как я его вижу, ребят? Ну да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, вот это как захожу, не иду никуда. Сейчас спущу, тебе будет легко туда зайти. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я специально стал туда, чтобы сюда зайти с хочется. Раз, два, три, четыре, пять. Там все дыхание сбил? Да. Слюней подавил. На вдохе прям. Чувствую, там слюня как в горло. Какие сопли стоят в горло? Потуже надо все понять.
Раз, два, три, спустился, раз, два, три. Вообще в идеале был бы, если бы последний удар был длинный, ты вышел. Да, точно. Хотя с твоим ростом уж лучше прижаться. Все правильно. Ну да. Все, что не сказали, все правильно. Ну да. Видишь, какие универсальные ребята? Ну да, 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 да. Ну я вспомню, каждый раз, когда я выходил, я получал по башке на выстреле. С маленьким ростом выходить, конечно, это. Не, вообще выходите со стороны спины где-нибудь. А, ну да, 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 да. Да не, можно, можно, не нужно. Ну да, и по классике надо выходить сюда. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Нормально. Ты точно считаешь, что сходить сюда это, и мешать начинать. Единственное, не знаю, что сильно боксирую я. Да, я тоже, значит, ты более прямыми ударами работал, потому что это, что направление по понятию. Когда подачи вставать надо сначала. О, блин, тебя рука сильно зажат. Нет. Ну, да, да, да. Раз, два, три, четыре, два, три. А тут начинают вести, смещаться там тяжело. Ну, надо каждый работать. Подходите в точно, длинный раз. Подвержишь меня один? Давай. Не пугай. Тебя подбадрил. А я думал, скоро получше вызывать надо. Ты в курсе на чемпионате? Драка была? Ты говорил, что понравится, конечно. За долгий год домой назад мы когда-то... На тренера было в 2000, по-моему, в 2004 году. Пятый, не четвертый. Зрители участвовали? Зрители? Да. Мне больше нравится, как там спортсмены, потом тренера, а потом еще зрители влезают. Зрители, какие зрители? В чем? Зрители это кто? Это же бывшие спортсмены, все эти. Ну да, да, да. Которые, кстати, где не выступают. Ну да, да, да. Поэтому и прикольно, какая массовая драка начинается. Видно, да, люди пришли заниматься единоборствами. Так, когда ты с ногой? То же самое, три удара с ногой. Серия ощущение это. Серия, взять, каждая серия нога должна быть. Раз, два. Раз, два. Нормально. У нас когда был. Сейчас сразу ногой бить или нет, сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Точнее, четыре надо было. Четыре. Чем на четыре включались? Раз, два, ногами нанес? Руками или на ногой? Да, 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 да. Раз, два, три, четыре, шестился. Раз, два, три. Ну. Какая разница-то? Ты знаешь, что одно, приходишь любой, какой хочешь работать. Пусть удар ноги в таспике меняется. Это не важно. Раз, два, три, четыре. Да что такое? Ну даже таспик можно. Я понял, почему. Я себя застыкаю на длинную серию. А если на него ходить, тоже длинно надо, по идее. Ну, кстати, да. И я не, места не хватает. Я оказываюсь вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Место, видишь, я очень широко сейчас ноги раздвигаю. Надо уставать, ниже сидеть и еще, честно говоря, надо бить любой положение, любой удар. Это понятно. Ну, другое дело, что это неудобно. Просто в грушу совсем. Когда ты несешься, да, и еще ты стоишь и бить удар, когда у тебя груша рядом прям ногой. Я, скорее всего, упаду. Раз, два, три, четыре. Блин, я опять все равно руками нанес. Ну, бывает. Ну, что, ладно, ты продолжай, ладно. То есть я, на задаче не столько это, сколько вот движение по кругу, смещение. Хорошо. Раз, два, три, смещился, раз, два, три. Хорошо. Начни оттуда, чтобы пойти сюда. Раз, два, три, смещился, раз, два, три. В эту сторону вообще-то хорошо закрывается. Другая строчка. Давай в эту чуть-чуть. Давай, хорошо. Раз, два, три, спустился. Раз, два, три. Пойдет. Отсюда. В другой, нормально, уже стойки, но отсюда начни. Все время начинаешь оттуда. Раз, два, три, спустился. Раз, два, три. Все, да, зачетный. Нога тоже. Почему? Потому что мне нравится больше, когда за спину заходит, чем когда идет в сторону груди. Раз,
Раз, два, три. Хорошо. Правда, за спину, когда заходишь, там мишень в спину сейчас бить нельзя уже стало, да? Почему? Можно? Можно. Только позвоночник нельзя, да? Ну, касаться нельзя. Касаться. Затерянный контакт. Отдыхаем. Ну, на самом деле, я считаю, что эта часть неплохая была. 4 удара. Все с смещением руками. Защита смещением с 4 удара. Сейчас координация. Хорошо. Вторая половина начинается. Тренировка. Я думал, что раньше координация была. Я думал, что у тебя скорость. Так сложнее, а? Что, ты быстрее делаешь, Кристи? Нет. А я вообще на скорости работаю. Мне техника уже энергию плачет. Я чувствую волны, колебания, гармонию. Ты статами расстрелил, бежишь и... Да. Нет, я потом что беру, так энергетические мечи отправляю. Да. Видишь, раз, она качнулась. Паришь над полом. Да, точно. Стою, у меня руки светятся. Я просто длань возлагаю на противника. Ты просто деньги. И он лечится. Ты деньги просто, да, засипаченные, не трогай. Тебе, наверное, взятку давали в магазине. Так, приготовься. Поехали. Впереди левый давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Не скакать, шагать. Сам раз. Последний раз, может, скакнул? Да, вроде раз, два, три, четыре. Да. Нет? И ниже сиди. Заднее колено, пяточки, да. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, правильно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Все правильно. 9 даже. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. В общем, я должен до 9 считать. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Второй все ниже сидеть, да, потому что мы, в первую очередь, качаем ноги в этих низких стойках. А, вот чего. То, что мы делаем руками, это вообще не существует. Да. И прямым удар попробуешь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Мне это смещение, понимаешь? Ты вроде смещаешься, такие миллиметры какие-то неудобные. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И торопись, не торопись. Ремень тяжело поймать. Уруками. Ну ладно, бей не только прямые, надо. Как хочешь, получается. Ладно, двигайся. Сейчас вместе, блядь. Колено к пятке. Широко стоит, давай, голову. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Ты можешь заходить, кстати, в грушу не попадать, далеко, два удара, допустим, там, воздух третий только дотянуть. Но все равно смещаться. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Очень неплохо зашел. И причем немножко сильнее смещался. То есть уже вроде вход, но он такой же нестандартный. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре. Молодцом. Что-то в спине уйдет. Спину может протянуть. Закрой так, мам. Давай, закроем. Да, ничего страшного, не заткнемся. Я уже продул. Не, разогрейся, пожалуйста, нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Эти уклоны ужинки не считается от смещения. Ничего. Потому что ноги стоят на месте, я могу потечь, я могу дать по ногам лупить. Ага. Со стороны сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, пять. Это мои короны. Отдыхаю. Короны и боковушки. Четыре с ногами то же самое. Да, вылезешь, нашел группон там. Бах, кому? Свингом. И завалил. Да. А чтобы выпрыгнуть, кстати, наверное, вот этот человек, пока я по это, да. А, нет, вот эти бьют, они вот эти шутов бьют. Да, ты сможешь там. Намотать. Тут пальцем в глаза не бьют. Намотать противника на руку. Ну, шагом в сторону, знаешь, и руку уйти. Не, мне было больше понравилось, если ты ударил вот таким ударом. Клюв дракона. Еще обратный. Еще не дотянули руки. Ну, это. Ох! Ты отрабатывал это?
Нет, понятно, в этом, когда лучше взялся, там был в одну катая, я где-то Джеки Чан, по-моему, где-то бил такой, да? Как вот фильм, причем он, правда, совсем древний, по-моему, молодой был там. Что-то там такие молодые, такие там удары у них, хочешь, смотришь? Да, так он совсем молодой там был, да, там. Змея в тени рвала, там такая. Пора приготовились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ушел. Раз, два, три, четыре. Пойдет. Координация пока. Да. Сейчас координация. Чтобы двигаться, может, будет сею сюда. Все было удобно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Неплохо. Что дальше-то? Раз, два, три. Ага. Я прав. Ты подожди, оттуда, вот оттуда. Не смещайся. Раз, два, три, четыре. Контратака была на месте. Правильно одно было. Точнее отсюда лучше. Раз, два, три, четыре. А я тут девушка, он такой удар. Так я окончательно запутался в этих. Правая рука. Раз, два, три, четыре. Я просто стал сейчас ходить по кругу, чтобы увидеть направление. Я успеваю увидеть твое направление или нет? В ноге здесь ты меня перегал. Раз, два, три, четыре. Нет, сейчас я толкну направление, не успеваю, кстати, ты включаешься. Я смотрю, куда ты идешь. Ну, и давай, и дать тебе это легче удается. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Охотишь за Серегой. Хорошо. У меня тут тоже как-то так просто через груз прыгать. Да, у тебя упражнение тоже будет. Переход через барьер. Для барьера там надо наставить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот здесь сюда зашел нормально, а вот с первого начала все равно спустили, освещения не было. Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Видел, как я? Ну да, я не успевал. Да, так. Прям по дракона. Действие. Да. Ладно, я так не буду. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нормально. Ой, стоп. Потому что мозги крутятся. Раз, два, три, четыре. Пять ударов руками, все с смещением. Я уже после Серёги считаю. Я знаю, смотрю постоянно на всю эту серию. Ну, на ногах там вообще сложнее. Потому что она немножко длиннее, немножко дыку выбивает. Ну, после удара ноги очень изменить направление легко. Потому что ногу, она уже была такой, что... Ну да, ты ногу поднялся, остается только на... найти, куда придумать, куда поставить. Да, еще. Низ опустить, назад убрать, стороны поставить. Ну да. А в руках раз не хватает привычки поднимать, переставлять. Да, то есть это поднимать ноги при ударе. Все-таки у нас теперь не всю жизнь. Нога, давай через удар. Ну да. А во всем наоборот? Поднял, да. Да, ну потому что связано с тем, что они вперед. А, и у нас всегда уходы вперед. Ну да, у нас супер линейно раньше было. Сейчас мы такая есть примерно то же самое, когда ты берешь на встречу ногах. Да. Ну все равно прямолинейно достаточно. Раз, два, три, четыре, пять. На шестом уходит, да, на счет. Нога повернул. Бывает. Ну, ступню скажет уже в своем перемещении, привычно. Сиди, держи, вот так, да. Подойди. На шестом уходит. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, спас, да, ну полезу ногой, полезу, в принципе. Кашу маслом не испортишь. А что, сахар?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Можешь медленный темп сделать? Да вроде получается пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Завис, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, стой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нет, не, нормально, одиннадцать так должно быть. Ты просто в определенный момент теряешь, начинаешь бить на месте тоже. Я сразу начинаю соображать, надо еще бить или хватит уже? Ты главное ходи. Бить это вторично. Главное смещаться. Потому что если смещаешь, то тебе не попадут. Нам главное, чтобы не по нам не попали. А так у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ударить можешь. И извините меня, теперь главное не пропускать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Впереди нормальная рука. Левая. Дутяга. Умная рука впереди. У меня рабочая. Ты не той рукой думаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. И все было на месте приятно. Как это? Смещался, смотри, полукруг какой сделал. Да, да, походил так, походил полукругом, пробился на месте, походил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, два, три. Вот, или меньше делать? Меньше, меньше. До шести ты делаешь шаг в сторону. Я считаю, до одиннадцати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это все равно на месте хитрее стоять. Вот потом подошли на записи. Как на месте? Аппетитурно отвечаю. Да, два, три удара на месте. Ну ты пару раз сместился, постоял так у тебя. Я передний вот бил. О, к сожалению, только ты сместился, потом потом раз подошел, другую сторону. Хорошо. А просто потом груша улетит. Я бить не смогу, так-то она меня скапит. А так, смотри, раз, и вот раз. А, вот что можно понять. Ну, я же позже говорил, что груш не обязательно попадать. Здесь смещение комбинаторики важнее, чем груша. Сложный момент. А вот что за груш начинаешь затягивать? Хочешь в нее попасть, а себя ловлю на мысль, что я бью, а потом ты себя затягиваешь, чтобы ее поймать. Конечно. Вот это я пора, я хотел, чтобы это было неправильным темпом. Я не знаю, как до этого достичь. Просто стараюсь немножко так, это, спокойнее отнестись пока. На данном этапе. Спокойно можно гнать песню. Я бежать его. Хорошо. Ногами то же самое. Ножки добавляют. Да, 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 да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, предположим. Блажь какая-то. Никак. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нормально, пойдет. Да, раз, вообще, получается, попал даже. Вот, есть. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, пятнадцать. Тут удобно держаться и... А чего же мне ногу поставить и так и сделать? Не думал об этом. Ну, на бой ты выучил, да, понимаю, ну, кто-то вперед. Лежащий свободен, старайся расслабляться. Делай все медленнее. Просто медленнее, шаг, удар, не торопясь, как дедушка, пока ходи вокруг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сместился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вполне нормально, все, ты устал, все пулится-то. Хорошо. Мы набиваем башку линацию, чтобы каждый шаг удар, чтобы легко, и ноги на расслабление, все на расслабление. Техника такую идеальную, но расслабление.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. На расслабление. Давай взять два шага на один удар. Это будет удобно. Двумя надо решать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Крестился. Раз, два, три, четыре, пять. А мне хорошо. Сейчас ты еще тут не делала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Очень неплохо, вполне нормально устроиться. Не нужно быстрее пузырь. Так, ногами могу я бить? Ну, все, когда забивает, сразу в положение. Раз, можно последними ногами бить? Эти удачи, можешь делать 6 нот, там, допустим, сместиться 6 нот. Пожалуйста, без проблем. Попробуй. Попробуй. Медленно. Я не успею. Раз, два, три, четыре, пять. Сместился 6. Раз, два, три. Долго-то? Осталось 2 раунда. Один руками до 13. Я считаю 6 ударов руками, все с мячением, защита с мячением, 6 ударов руками. И то же самое с ногами. Делать по-стариковски на расслабление. Попадать не очень важно. Главное двигаться, двигаться, двигаться. Ага. То есть ударять под всеми углами противника. Шаг, удар, а ты в другую сторону пойди. Почувствовал защиту. Значит, забыл, как все-таки начинал. Предварительная история. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, несет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно. Я же ходил. Да, углы менял, хорошо, вполне. Психологически ваш маленький привычек менять углы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, светился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да я боксер уже, 100%. Уже 150% боксерище. Да. Мухами тарелся. Мухами нали. Налим. Раз, два, четыре, пять, шесть, светился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вам Виталий Кричков. Надеюсь, он не будет смотреть. Ты уже забудь, а уже? А то смотри, как я тут. Как вам весь раунд? А ты его борьбу видел. Подожди, а он весь раунд. 4, 5, 6!
Жесть! Нет, я не сейчас с ним в борьбе. Я думаю, на как-то у меня мать, потому что Виталий Крючков был этим, чемпион Европы по боксу. Не Владимир, а Виталий. Виталий, это который сейчас депутат. Владимир чемпион, а Виталий, который мэр Киева. А, мэр все. Так что Виталий ногами-то не удивишь, я думаю. Ну и Владимир, я думаю, что занимаюсь братьев, все, ногами-то не удивишь. А вот борьба, есть шанс. Через ноги зайти на борьбу. Ну да, броситься в ноги. Цепиться прямо. Молите о пощаде. Потом случайно будто бы уронить его и тут долезть добивать. Да-да-да. Как позже? Пока он падает добивать, чтобы не успеть растащить. Ну да-да-да. Видел бой Джеймс Тони и Рэнди Куттер? Ну там вообще такое мясо какое-то. Этот упал тяжелый, как боксер. И на этом все закончилось. Ну да-да-да. Но я реально понимаю, что на самом деле, как после бокса лежишь на земле, ты понимаешь, что ударить вообще не получается. Ведь понимаешь, чем бить. Как бить? Не иди надо. Да-да-да. Там надо как-то вложить корпус, ну руки, там ноги, не опор, лето. Конечно. И сверху добивать такие слабые, оказывается. Так сидишь сверху, вроде после бокса плюс, удар нормально. А тут что-то шутки тебе немощные. И потом лежащий такой ходит, да они бьют лежащих. Знаешь, с такими глазами офигевшими. Он такой, да они лежачих бьют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмом надо делать смещение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно, полгода, я говорю так. Не, они нас просто затыкают, что надо просто делать. Просто делать, что идет. Да. Как вы скажете, так вот скажете. Да, ну что, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колено уйдет. Надо аккуратненько. Не форсируй, аккуратно. Ты лучше веди просто ноги. Я вообще метод веду ноги. Я не впадаю им. Нет, кидаю. Ну ты да, у тебя ноги намного лучше, да? Все равно. И сейчас, видите, 12 раунд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Впереди правой еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На тебе! На тебе. Я же бил боксера таким ударом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, если простенький удар, то получается. Раз, два, три, четыре, пять. И не знаю, что я и говорил, не бить ногами, а можно показывать. Потому что пора тоже, когда он сегодня встал, попадал по этим карабинам. А как резать нельзя? Да, а как груз содержать? Силы мысли, если ты будешь сравняться. В силе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два, три, четыре, пять, шесть. К сожалению, я пробовал без груши это делать. Ни хрена, груши, ты видишь смешение? Двигаться можно достать себя. Нет, груши, прям так начинаешь двигаться, имитировать, вращаться на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, четыре, пять, шесть. Торнадо. Ну, нормально просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Этот день прожит. Не зря. Ну да, все. А, прыжки же еще. Разрыв будешь делать сегодня? Нет. Отдохнешь сегодня? Вот, дома дожил. Серега, будешь?